В этом видео я разыграл хелперов на своем сервере. Я надюпал кучу ресурсов, на которые обратил внимание весь сервер. Видео получилось очень классным. Советую вам досмотреть его до конца. И также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Снимаю и играю я на сервере Nexus Griff. IP будет в описании. Начинаем. Ну что же, сейчас я нахожусь в этом необычном доме, читерском, люкнутом, блин, вообще просто посмотрите на этот дом, на эти яблочки, на эту броню, все уже надюпал, все сделано для того, чтобы я уже был максимально подозрительный. Сейчас я планирую эпикироваться, да, и пойти на спаван, делать всякую фигню, чтобы игроки на меня забайтили, чтобы обратили на меня внимание. Ну что ж, давайте сейчас мы одеваемся, берем сразу 3 стака яблочек, берем супер дорогую броню, точнее она полностью топка. Плюс это максимальная броня, которая вообще есть. Сразу берем меч. Это... И опять же, я возьму, короче, еще дополнительную броню. На всякий случай. Естественно, мы возьмем тотемы. Так, ну что ж, я готов привлекать к себе супер-гипер внимание. Ну что ж, погнали. Короче, пошлите пвпшиться. Ну что, ребята, у меня яблочки. Че ты куда лезешь-то? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Алло, у меня броня, блин, Z4, блин, меч, острота 5. Короче, я предлагаю пойти в зажимку и ждать чувака, который меня будет убивать. О, давай. Давай. Надо, короче, просто яблоки есть. Просто яблоки жрем. Просто, ребята, яблочки жрем, да и все. И что нам сделает он? Он меня вообще не пробивает. Вы что, понимали? Он бьет моментальным уроном 2 луком. Он не понимает, что происходит. Он просто стрелы тратит на меня. Смотрите, вдвоем мне пиздят, вдвоем пиздят меня. Ладно, все, надо уходить, надо уходить, надо уходить. Слишком уже много внимания дал. Уже начинают бомбить, челы! Блять, что вы понимали, это продолжается уже где-то минуту, у меня просто стреляет. Он уже потратил 2 стака стрел. Паутина ебаная. Смотрите, сколько чуваков собралось. У меня уже шлем заканчивается. Мне пишут, ты кто? Я уже на самом деле такое внимание привлек. Чел, блять, за меня говорит, чини. Так, одел по ножу. Все, вы заебали, блять, меня. Все, я вышел с этой хуйни. Эй, на, блядь, кому-то не подарю. Чел пишет хорош. Давайте к нему ты пахнемся. Это чел, который за меня болел. Могу рассказать про дюб за 100 рублей, пока не пофиксили. Чел пишет, алё, нахуй. Давайте к нему ты пахнемся. А можешь основу сказать? Не, забанят. Давайте ты пахнемся к Гуду. Возможно, он что-то для меня приготовил. Где я нахожусь? Ты кто такой? Что ты тут делаешь? И чем ты занимаешься? Пытаюсь понять, что на этих картинах. Но выглядит, кстати, довольно прикольно. Интересно. Может, ты знаешь? Я знаю. Это очень классный и бесплатный шутер, по которому в последнее время я увлекаюсь. Играю в него с друзьями в режиме Battle Royale. Все, что ты видишь, это картины из Free Fire. Еще в матчах могут участвовать до 50 игроков, задача которых приземлиться на остров, найти себе оружие и экипировку, чтобы уничтожить врагов и победить всех. Ведь это твоя королевская битва. Самое классное, то что Free Fire выпускает новое обновление про отряд Блик, в котором четверо персонажей Альвара, Натора, Шира, Капелла собираются вместе в одну команду. И у каждого будет новый тематический костюм. Мне больше всего зашел тематический набор Шира, непостижимый мираж. И поэтому ты выбирай своего и сражайся со стилем. Также в игре появился новый специальный интерфейс 3 в ряд, где ты сможешь получить клевые скины. Еще в Free Fire появится новый режим игры Лудо с питомцами, в котором 12 февраля ты сможешь выиграть множество различных призов. Главное не пропустить крутую возможность, так как Free Fire подарит эксклюзивный рюкзак всем, кто залогинится в игру 12 февраля. Поэтому регистрируйся по ссылке в описании, скачивай Free Fire и будь в игре 12 числа февраля. Круто, обязательно скачаю. Короче, ребят, я сейчас нахожусь на хоме у людей, которые меня пиздили, да? Ну, короче, смотрите, чувак не крыса, вы понимаете? Пишет, лучше выложи рез, и он Мамаю написал. То есть, на тебя кифекс, пожалуйста. Понимаете, не крыса, вы понимаете, в чем прикол? Знаете, просто их пиздить, блядь. У них паника, блядь. Так, смотрите, смотрите, хелпер. Хелпер, ты пэхнулся, ловер. Ну, я, конечно, суеты навожу, мне уже Ваня пишет, второй админ сервера. Короче, ребят, в общем-то, я уже нормально так суеты навел. Я до сих пор у этих, которые мне... Короче, у меня план Б. Они меня за***ли. Я уже минут 10 у них нахожусь в КТ, типа. Алло, алло. Алло. Меня как-то вытащить надо. Они за***ли. Сейчас вытащу. Чё за чувак? Пишет дюпер. Скажи, я сейчас его забираю, я буду у него выяснять, куда он дюпает. Только Сави не говори, сейчас я буду пранковать его. Если что, только Ваня знает, что, типа, это пранк. Тебя не тупехает? Нет. Сука, я его сейчас убью. Он выпустил, я пошел один на один против меня. Сука, я разозлился, я прям зол. Ни***ь. Меня чуть-чуть не убили. Я хилю тебя. Ты хилишь? Да.
Что, еще пытаться тебя тапохнуть? То есть тебе надо плагин, да, переписать, чтобы меня тапохнуть? По сути, да, там есть ситуация, но просто можно убрать КТ и сразу надо тапохнуть успеть. Так, ладно, ладно, окей, все, облегчение. Чувань, алло. Да, алло. Спроси у лесника, тебе написали уже про Купера там что-нибудь? Да, написал. Он же дома? Да, дома. Ну, пусть сейчас ко мне вот и пахнется. Да, он говорит, сейчас зайдет. А ему писали люди или что? Да, ему пишут, мне пишут. Так, сейчас я на хом-то пахнусь. Выложу тебе 6 таков, блядь, моментального урона. Точнее, 7, блядь. 8, я еще одну нашел. Возьму броню тут топовую. Погнали, короче, какому-нибудь чуваку ты пахнемся. Ну, вообще, рандомному. Просто будем ты пахаться. О, дверь открылась. Подожди, кто-то тут есть? Подожди, тут кто-то чувак какой-то есть. За мной сидят? Можешь беспалевно как-то зайти в геометрию? Да, в радиусе 10 тут есть. Подожди, меня хелпер ты пахнул. Только он невидимый. У меня ты пахнул чел. А, это чувак обычный. Смотрите, пишет, алло, дуб. Нифига, он как-то дерзко общается. Ну понятно, что я такой, как бы, плохой человек для него. Ты дюпаешь как 1000 рублей на киви, блять. Расскажу. О боже, пишет, о боже, дай свой. Смотрите, 1 хелпер, 2 хелпер, 3 хелпер, 4 хелпер. Ну там суета такая, как бы, я ебать суета навел. По словам Вани, да, ему даже писали. То есть вообще везде, наверное, писали. Давайте плюнем в него. Оп. А у тебя чарки заберу и все. И чё, я новые надюпаю, блядь. Так, все, на хом пишем? О, пришли родные, блядь. Пришли, вот, лесника-то не хватает. Вот он. Добро пожаловать в мою хату. Вот, смотрите, он заценил. Я, кстати, не показывал. Смотрите, это пенсил. Дэс, дай свой. Либо видос кинь в ВК, как дюпал. Ага, блядь, так и рассказал. Вы понимаете, я управляю ими. Они все сделают, чтобы узнать, что за дюпа, которого даже нет. Так, ладно. Все-таки даем ему ДС. На, все, напишем ему. Я ж просто забаню и буду следить, чтобы никто не дюпал. Да он этого не сделает, это чисто блеф. Кстати, смотрите, сейчас я вам покажу, как меняется мой голос. Я сейчас зашел в специальную программу, и, возможно, вы сейчас слышите, какой у меня голос. Раз-два. Так, сейчас подождите. Вот такой у меня будет голос, чисто анонимуса. Ну, вы поняли, да? Чел пишет, принимай. Ну все, я тогда принимаю и звоню ему. Так, вот смотрите. Пусть сам звонит. Чего я должен звонить? Зацените аватарку мою. Алло. Ну, блядь, нахуй ты голос изменил? А чё? Какая разница? 1000 рублей на киви, я тебе скажу. Заебал, давай дивайны я тебе могу какую-нибудь дать, если ты реально просто покажешь этот дюб без всякого вот этого вот лоебонства. Нет, 1500 уже. Ну, типа я могу только донат тебе. Хочешь, покажу, как дюпаю? Давай. Нахуй тебе. Давай, я все-таки передумал. Алло. По поводу. Я хочу 15 тысяч за этот дюб. Ну ты гонишь, блядь, ну какие 15 тысяч? Это бред. Давай просто обычный донат на сервере. Ну ты играешь вообще на сервере или нет? Ну какая разница? Я хочу 15 тысяч за этот дюб. Нет, это бред, я не соглашусь. И админы должны согласиться за 15 тысяч, блядь, дюб. Ну тогда бред. Я пойду яблочки раздавать. Блядь, я в баны забаню сейчас нахуй хату с этой, и все, блядь. В чем проблема? Я же тебе объяснил, что мне это легче сделать. Смотри, блядь, на спаун, смотри. Оп. Где ты, блядь? А. Ну и эти хаты просто... Смотри. Оп. Стак выбрасываю. Чё, как тебе? Хочешь, я экономику испорчу? Хуйню не майся, пожалуйста. Хуйня ник, подожди, стой. Ладно, дай на тебя держусь. Напиши дёрку в чат. На. Что, блядь? Иди нахуй. Окей, я, блядь, сейчас буду раздавать. Попробуй, блядь, придурочный. Как я другой раздам? Я тебе говорю, блядь, слей ты этот дюб. Что ты в детскую группу-то играешь, нахуй? Ты домой. Просто на дюб, а ты, блядь, без гренки, нахуй, все. Какой ты наивный идиот. Блять, ну кинь. Ты не то сетнул. Ну-ка, подожди, ты по-любому что-нибудь напиздил, да? А, беги. Блять, я за что-то ему не оставлю, придурок. Давай 15 тысяч мне. Так иди, иди нахуй, 15 тысяч, то я нормально, блять, договоримся. Ладно, покукарекай, я подумаю. Чуть, блять, чуть еще поделать. Покукарекай. Иди нахуй. Давай, если покукарекаешь, я подумаю. Нахуй тебе кукарекай, ты, блять, я могу глобала выдать. Окей, мне нужна расписка, что вы мне даете глобала и 10 тысяч. Нахуя мне вообще деньги платить? Если этот баг, дюб, блядь, разлетится уже через неделю, по всему, вы все будут знать, мы просто, блядь, сделаем откат на неделю, и все, блядь, и ты не получишь, по итогу, блядь, и дюб мы зафиксим. Если ты, блядь, суперумный чел, который в ютубе где-то ролик увидел, блядь, как дюпать, нахуй, то это нихуя не круто, ты, блядь, сейчас просто вниз хуя уйдешь, и все. Почему модератор сервера матерится, как сапожник? Ну, как-то неправильно до этого. Хорошо, к вам на вы, блядь, обратиться или что? Ты мне предлагаешь покукарекать, придурок. Как мне с тобой нормально общаться? И побибекать еще. Иди нахуй своим бибеком, блядь, придурочный. Если захочешь, блядь, напишешь мне куда-нибудь. Просто все, иди нахуй. Блядь, это пиздец.
В общем, ребята, как видите, на всех моих... Ну, то есть я могу только в лобби находиться, на всех серверах, короче, я забанен. И смотрите, что я придумал. В общем, сейчас я зарегистрирую новую ВК-страницу, которая не привязана, соответственно, этот аккаунт, и буду писать, мол, типа, круто, мне дали 3 стака чарок. Короче, сейчас все увидите, но так как у меня нету чарок, придется в одиночном мире это фоткать. Так, короче, все, скрин готов. Заходим в группу Nexus Грифа, Сава Демидов, пишем. О, как раз, кстати, в сети, ну, понятно, на такой шумихе, мне кажется, надо быть вообще в сети, пиздец. Так, мне дали 300 качарок, я их подобрал на спавне дюб на сервере. Короче, вот так напишем. Я думаю, он сейчас прочитает это. Так, сразу заходим на сервер. Скорее всего, он сейчас пойдет ко мне на связь, потому что, по факту, по идее, он должен сидеть за сервером. Ладно, просто сейчас ждем. Так, он прочитал! Пишет, бля. Так, какой у тебя ник? И серв. 5-й сервер. Я могу сложить в ЕК. Он всем раздавал. Короче, мне звонит лесник. Вот он звонит, все. Алло. Че, разбань меня? Нет, я зашел спросить, на это на 5-м ресы раздаешь. Че к чему? Я не раздавал ресы. Я тебя только что забанил, и мне сразу пишут в ВК, что кто-то ресы на 5-м раздает. Кому ты пишешь? Хочу 15 тысяч за этот дюб. Почему 15 тысяч? Ты сначала предлагал 1000, 2, 3. Не, я подумал, что это слишком мало. Ну, это нахуй не стоит того, блядь. Потому что я уверен, что ты нашел этот дюб, блядь, в Ютубе где-то по первому видеоролику. И просто первый сейчас его видел. И это не Ютуб. Это не Ютуб. Какая нахуй разница, блядь? Я не знаю, где ты это нашел. Я более чем уверен, что ты это не сам придумал. И сейчас найдется чел, который тоже его найдет. Дюб отдаст нам за донат какой-нибудь. Давай 15 тысяч. Ты ебал, иди с 15 тысячами, пожалуйста. Ты придумал какую-то хуйню. Сделал, блядь, голос, как, типа, жесткий хакер, ебать, весело, наверное, блядь, сидеть. Хотя тебе, наверное, лет 11, блядь, ты просто 15 тысяч высрал какую-то цену, непонятно откуда. Фильмов, блядь, каких-то хакерских, блядь, пересмотрелся, думаешь, что, блядь, ты, ебать, какой крутой, и что сейчас, типа, ебать, круто будет, сейчас я у него 15 тысяч стрессу, нет. Я все-таки склоняюсь к 15 тысячам. Почему 15 тысяч? Ты не понимаешь цена образования вообще дюпом, ты как будто в Майнкрафт первый раз зашел, ты мне пытаешься продать дюп за 15 тысяч, то же самое, что если бы я сейчас в магазин пришел, и мне бы спичку продавали за 1000 рублей. Это не соответствует цене, я не знаю. Поспрашиваю у кого-нибудь, дюбы 15 тысяч не стоят. Это полный бред. Алло, ты услышал меня? 15 тысяч хочу. На монитор. Ты согласен? Это бред, я тебе уже тогда объяснил, почему смотри, нет. Ну, я тебе даю время подумать. Первое мое требование, когда у всех игроков я сделал раздачу земли. Это будет первая стадия. Вторая стадия. Я буду раздавать алмазную броню. Угу. Это уже неприятно. Далее, третья стадия. Я буду раздавать золотые яблочки зачарованные. И вашему серверу конец. Ты услышал? Мои условия. Ты фигню какую-то несешь, и 15 тысяч я тебе точно не заплачу. Ну, раз вы не хотите первую, вторую стадию, я сразу перейду к третьей стадии и сразу буду яблочки раздавать. И вашему серверу конец будет. Все, иди голову полечи. Так, в общем-то, я думаю, сейчас будет по-любому развиваться событие дальше. Я сейчас просто не знаю, что делать. Ладно, сейчас подожду пока что. Смотрите. Ну чё, где атака твоя, мега-хакер? Я пишу, жди, ох, 15 тысяч, давай. Может, пережуешь инфу, которую я тебе сказал, и наконец поймешь, что ты бред несешь. И 15 тысяч никто тебе не заплатит. Не беси меня, ради бога, я нормально решить хочу. Твои 15к за дюб, это как ебучая, сука, спичка за 1000 рублей. Ладно, звони. Алло. Я слушаю внимательно. Я подумал. Разбань меня. Чё, да. Разбанил? Да. Ты пехни меня домой. Есть к тебе предложение нематериальное. Говори. Ну, восстанавливай мне хату. Еды, да, еще. Быстро еды. Тебе с земли, если будет хата, пойдет? Не, молодец. А вот эту дырку закрой, вот эту тоже дырку давай. Закрывай быстро. Ты меня нахуя позвал? Чтобы я тебе просто дом восстановил или что? И яблочки возврати мне. Так они лежат у тебя, хуенные модрые, да? Буду, если я яблоки еще верну на дюпаны. А чё ты сломал? Кого? Пенис. Ну да, куда же, блядь, ты без него. Хорошо, я тебе верну его. Молодец. Чё молодец, блядь? Нахуй меня позвал, чтобы я тебе дом строил? Собаку мне дай. Чё это такое? Это не собака. Ну, давай спавнить собаку мне. Алло. На. И кости мне дай ещё. На. Ну, только я не знаю, зачем я тебе даю, если дюбать можешь. Тут мою собаку убьют. Ну, мне ещё с этим сделать? Убить? Ламу убей. Всё, у тебя собака живая, всё нормально? Да. И по кукурекой давай ещё. Иди нахуй со своим кукурекой, иди и так, блядь. Ну тогда я пойду сер атаковать. Окей, что ты хочешь? Построю будку до моей собаки. Да быстро, блядь. Алло. Я строю, всё. Что, веди её. Веди ты тогда её. Давай быстро. Собаку мою приводи. Блядь, ну ты не видишь, что я не могу её привести. У тебя косточка, ты хозяин собаки, блядь. Что ты хуйню какую-то маешься? Она на меня не реагирует, я не знаю, как эту собаку вести, блядь, в будку. Давай быстро, думай, соображай. Не охуевай, а. И покукарекай. Кукареку.
Да, я посажу. Отойди быстро. Ну, давай закрою. Ты вдруг его кто-нибудь обидит. Говорю же, блядь, свой дюб. Ты что думаешь, я за это тебе дюб расскажу? Давай я тебе глобула накину. Все, что я сейчас сделал, плюс глобул. Я тебе изначально вообще предлагал просто глобул, а тут я тебе еще и твои испытания какие-то идиотские прошел. Короче, встань ровно передо мной. Быстро, давай, быстро встал. Ау. Покукарекай. Давай, давай, давай. Погавкай. Гав. Ну давай, добавляй своих хелперов. Я хочу с ними поговорить. Ну я могу добавить модера и тестера. Пойдет тебе? Давай больше. Не, больше я не могу. Короче, двух добавлю. Давай быстро. Короче, пацаны. Алло. Я говорю. Понял, молча. Заходите, ложки, на первый серф. В общем, это чел, который дюпал. Дюп показать хочет. Ага. Понятно. Сейчас. Приветствуйтесь. Добрый день. Здорово. Чего вы такие кислые? А что веселого? Шеренку встали. Куда ты охуел? Ну все, это пойду дюпать. Простым языком встаньте в шерингу, пацаны. Он не хочет ничего взамен, кроме того, как он будет просто вам задания какие-то давать. Молодцы. Ну дальше. Так, по очереди покукарекайте. Начинаем с лесника. Крику. Дальше. Они не хотят. Слушай, я, наверное, пойду дюпать. Да, пацаны, просто покукарекайте, и все, нам дюп скажут. Что вы фигните, сказать тоже. Кукареку. Следующий. Кукареку. Что тебе? Что еще? Паровозиком походите по дому и чух-чух говорить. Ты хоть паровозиком нахуй. Давай мы просто будем кукарекать и все, блядь. Быстро, блядь. Ну, у тебя веселые задания. Сколько ходить? Очень веселые задания. Три круга. Блядь, давай, просто... лесник. Чух-чух. 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 Чух-чух-чух-чух. 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 Чух-чух. Еще кружок. Да хватит, может. Слушай, пойду сейчас дюпать. Ну, говорите. Чух-чух-чух-чух. Давай хором, ловер тоже. Чух-чух-чух-чух. Все, стойте в шеренку. Напишите в чат, что вы лохи, глобальный. Нахуя тебе это, блядь? Ну, только что чухчухали, сейчас мы будем писать, что мы лохи-то, блядь. Это просто какое-то видео унижение хелперов на экстугрифе или что, блядь? Ты нам никакого дюпа нахуй не скажешь, да. Я себя просто чувствую уже каким-то идиотом, что это я все выполнил, блядь. Алло. Что-то не... Алло. Блядь. Долбоёб. Нормально. Блядь. Сука. Алло, привет. Какую хуйню я поверил, боже. Ну чё скажете? Чух-чух-чух-чух. Что мне тебе сказать? Чё, это, забирайте лес отсюда. А, кстати, ребят, если что, вот координаты, и если чё, можете забирать дом. Короче, вот такой видос получился. Также не забывайте, что играю и снимаю на сервере Nexus Griff. IP в описании. Со мной был Lover World. Всем пока. Мамай. Всем пока. И жертва пранка. Ага, блядь. Хуянка. Главный петух этого пранка, блядь. Чё скажешь? Ничего не скажу. А собаку, кстати, позор. Собака. Собака где? Алло. Всё, пошёл нахуй, ты уже никакой. Так, подождите. Алло, где собака моя? Ладно, всё, всем пока.